В Башкортостане произвели 12,5 тысяч тонн сахара из свеклы нового урожая. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Республики. В общей сложности завод «Раевсахар» переработал 85 тысяч тонн сахарной свеклы из 314 тысяч тонн заготовленных корнеплодов. Вскоре начнет переработку и Чешминский сахарный завод. Он пока заготовил 85 тысяч тонн сырья. Отмечу, на полях региона уборка сахарной свеклы идет уже к завершению. Убрано 31 тысяча гектаров площадей или 85% к плану. Это 744 тысячи тонн корнеплодов при урожайности 240 центнеров с гектара.